Дорогие мои, я снова снимаю без селфи-палки, видео получится не столько качественное. Сегодня 29 декабря, у нас 9 часов вечера, и мы едем в новогоднюю ленту и гигант. К сожалению, мы не сможем поехать в Ашан, как я обещал тете Любе. Вот мы с ней буквально 15 минут назад переписывались, канал Саранча. И я вам расскажу о новогоднем Ашане. Сейчас мы едем к нашей бабушке, ее возьмем и поедем. А вы спросите, почему ночью? Вот, потому что у нас в городе ужасные пробки. И только ночью можно доехать без пробок. Ладно, продолжим далее. Вы, наверное, уже поняли, что я живу на территории НИИШТа. Ну и вот так. А здесь у нас весь двор заставляют студенты. Сейчас я иду открывать цепь с нашей парковки. Что? Мы закрываем ее на замок, чтобы сюда не въезжали ли чужие люди. Вот так, снег хрустит, погода, предновогодние дни. Я так рад. У меня такое хорошее настроение. Но год обезьяны — это мой год. И он мне принес много несчастья. Радости совсем мало. Ну, я люблю свою... Ой, я чуть не упал. Я люблю всю жизнь. Спасибо Богу, что я вообще есть на этом свете. Плохо видно. Вон сколько снега. Много снега. У нас во дворе очень много снега. Это почистили. И еще какой слой снега. Я так люблю зиму. И люблю очень сильно снег. На площади Калинина. Вон елочку с ними красиво. Да. Елочка красивая, сейчас поближе подъедем. В этом году, как у нас локоть стал мэром, у нас совершенно не украшается. Раньше гирлянды были, все было, прям город был украшен и готов к Новому году, когда был Владимир Городецкий. Оп, поплыло, поплыло, что такое? Поплыло. Фух, а то у меня что-то камера поплыла. У меня батарея почти разряжена, сейчас экономлю как могу. Ну, ой, у меня фонарь, надо его включить. Ну вот мы поближе, видите, с 2016 годом. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Шампанского! Подъехали мы к Плановой. Сейчас поедем на проспект Димитрова, налево. Включаем магазин Альянс, Фараон магазин, здесь бывший магазин Альянс. Я здесь всегда люблю ездить, здесь такие горочки. Сейчас въезжаем на площадь Трубникова. Мама, поздоровайся с моими подписчиками. Привет, подписчики моего сыночка, любимого младшего. Въехали мы сейчас в центре города, во дворах моей бабушки. Здесь так неудобно, вы знали. Неровные дороги, узкие переулки. Очень мне не нравится. Бабушке сейчас за ней, помогу ей дойти. Там дорогу перекрыла какая-то машина. Машину, и мы не можем заехать. Ну, уже открыл. Баба, я. Ох, всегда дверь открывается. Так, бегу. На второй этаж. Так. Снимаю влог для своего баба-канала. Я тебя сейчас снимаю. Привет. Привет. Так, поздоровайся с подписчиками. Здравствуйте, подписчики. Ну вот так. А где кошка? Кошка? Вон она. Сима. Вот кошечка. Симочка. Вот так. Ладно, сейчас поедем в гигант. 11 часов вечера, и у нас полностью все забито. А мы надеялись, что будет людей мало. Негде припарковаться. Такого вообще никогда не было. Еле-еле как припарковались, все занято. Еще чуть мы стали вот так сейчас припарковываться. И здесь одна, извините, скажу, дурочка открыла дверь. И чуть мы ей не снесли вот так. Хорошо, что у нас, вон у бабы шуба какая, что у нас все на палатке. Ну, машина нормально работает. Вот эти вот там стоят. Ну, не буду их снимать. Меня, наверное, будет плохо слышно, но мы приближаемся к гиганту. Новогодний гигант, черный обзор. Ой, как холодно. Вот мы вошли в гигант. Ой, у меня камера почему-то все поплыло. Что с ней такое?
Ну вот, мы зашли, и здесь нас встречает алкоголь. О, ну вот сразу нацию хотят споить. Мне так это не нравится. Ну вот сок. Вот это вот нормально. Сейчас возьмем. Так, далее. Что, скидки? И опять алкоголь. Чего не кругом вот этот один алкоголь? Ну и вот, сейчас посмотрим, что особая скидок не вижу. Магазин плохо украшен. Себе купить селфи-палку, а у них в гиганте селфи-палки нету. Жалко, ладно, завтра пойду в ДНС. Надеюсь, получится у меня это заснять. Смотрим. Луком. Ну, особо вообще магазин не украшен, но мы еще заедем в ленту, если у меня хватит батареи. Себе купить селфи-палку, а у них в гиганте селфи-палки нету. Жалко, ладно, завтра пойду в ДНС, надеюсь, получится у меня это заснять. Смотрим. Луком. Ну, особо вообще магазин не украшен, но мы еще заедем в ленту, если у меня хватит батареи. Ну, все-таки это не мое снимать магазины, это канал Саранча, тетя Люба отлично это обозревает, и ее дочка. А я это не умею, опять у меня поплыло. Это я не умею, и опять алкоголь. Как мне это не нравится. Все вот к Новому году. Почему нельзя сделать праздник без алкоголя? Вот у меня в семье никогда никто не пьет. И праздник... Какие любые праздники, они всегда без алкоголя. Мы это презираем. Вот так. Ладно, продолжим дальний обзор по магазину «Новогодний гигант». Настолько много людей. Это вообще не протолкнуться. Я не ожидал. Вот так. Яблоки 79 рублей. Какие? Недореды какой-то. Яблоки. Такие яблоки никогда не видел. Что? Смотрите, какие интересные бананы. По 523 рубля. Угу. А что здесь затормозили? Это тыква, наверное, такая интересная. Мягкая-мягкая. Уже протухла. Мандаринки сейчас. Так, дали мне задание посмотреть, сколько стоят мандаринки. Здесь купим или лучше в ленте. Идем посмотреть. Мандаринки 85 рублей. Ладно, идем. Интересно, сколько стоит Рафаэлла? Рафаэлла 219 рублей. В магните она стоит 180. Я не могу пройти к своим. Мама! Так, а здесь какие-то другие мандаринки. Они такие же по такой же цене. 85, а там 83 вроде было. Я не помню, лук по 21 рублю. Ну, я сюда пришел, ой, не вам цены говорить. А, видите, гигант. Мне гигант нравится, чисто магазин. А вот лента, как она красивая. Видите, что у меня есть улитки, охотины. Но в этом магазине нет салата. Его просто нет, к сожалению. У меня зарядка кончается. Скоро батарея сядет. Я запасную батарею не взял. И влог закончится. Он оборвется. Извините меня, не поставил я на зарядку. Сегодня на автомногоборе. Я занимаюсь автомногоборием. Это вождение на механике профессиональное. У нас в яму упала отвертка. И я подтянулся что-то себе рукой. У меня локоть болит сильно. А в сентябре я рвал связки на этот локоть. У меня совсем не осталось заряда. Ну и вот так, что-то мы здесь в этом отделе сильно надолго задержались. Картошка очень плохая, мягкая, дряблая, выкинуть надо. Но у нас есть картошка, нам не надо покупать. Мы на даче вырастили свою хорошую картошку. Извините, я не причесался никак. Просто...
Вот так. Что-то у меня лицо как-то распухло. Вот самое, что мне непонятно, в магазине «Магнит» очень хорошие фрукты. Очень хорошие фрукты, в отличие от «Ленты», «Окея» или того же «Гиганта». Сказать об «Гиганте»: здесь очень плохая выпечка, никогда не покупайте. В «Окее» и в «Ашане» очень хорошая выпечка, тем более пиццы, там очень хорошая пицца, а здесь выпечка ужасная, и что быстро приготовляемое, оно очень невкусное и плохое. Ну так, я не знаю почему. И мясо не вздумайте покупать. О, здесь Октябрьская есть. Кому надо, город Новосибирск, проезд энергетиков, ГАНТ. Здесь есть теперь точка Октябрьской птицефабрики. Ну, мы здесь... Вот так. Новогодний. Совершенно ни одного поздравления я не увидел. Какой-то странный дедок. Он одет по-спортивному, но очень грязно. Вот он. И пьет кока-колу, открыл. Каналу «Саранча». Я еще... Мне как-то... Я чуть-чуть стесняюсь снимать, как вы прям снимаете, ходите везде. Но я стесняюсь. Так, давайте посмотрим в этих аквариумах, какая рыбка есть. Ну, это я не знаю, что это рыба. Здесь не написано. Карпы красные. Ну, особо я, опять же говорю, ничего интересного. Гигант ничего вообще не принес. О, подождите, давайте заглянем на склад. Холодильники, здесь можно заблудиться. Мы когда ехали сюда в «Гигант», мы на дороге лежал человек, 5 человек милиции и скорая помощь. Не знаю, вроде это был как бы труп, как я понял, потому что на обочине...